Средство для ума. Вот так. Шах и мат. Супер-торт-узнайка. Один кусок, и ты всезнайка. Ух ты, вот это дело. Съел кусок, и больше учиться не нужно. Да ну, разве такое может быть? Знания и навыки без труда не достаются. Котята, сейчас я произнесу вам страшное слово. Наводнение. Перед вами. Допустим, что вам нужно самим добраться до суши. На чем поплывете? В коробке! Обожаю коробки! В резиновом сапоге. Он точно не намокнет. Не знаю, я бы тазик взял. Почти как шлюпка. Отличный выбор, Али. Действительно, таз держится на воде, если его не перевернуть. Ты прошел тест. Мяу! Я бы тоже наверняка знал ответ, если бы съел кусок этого торта. Что ж, тогда сходи и съешь, и друзей угости. Ух ты, ну и глазурь мне прислал Арнольд. Липкая, будто в нее клей намешан. Минутку. Ой. Я вас слушаю. Торт-узнайку, будьте добры. Тортик, значит. Прошу вас, присаживайтесь. Вот. Вкуснятина. Надо же, какой красивый. Угощайтесь. Я прямо чувствую, как становлюсь умнее. Котятки, кто поможет отклеиться от крана? Я готов! Во мне столько торта, что я с любой проблемой справлюсь. Поднатужься. Ты вроде супергерой. Спасите мое кафе, причем в первую очередь меня. Спокойно, мы же спасатели. Команда, приступаем к работе. Давай. Взгляд. Нужно что-то такое, что держится на плаву. О! Кастрюля подойдет. Супермагнетизм! Сила звука! Остановите, наконец, воду! Черпай силу земли, чтобы сы и хвост росли!
справились бы. Он точно умнее делает. Что? Это был просто рекламный ход. А я так и думал. Но не расстраивайтесь, нас и так неплохо учат. Как видите, мы без всякого торта справились. Пока. Ой-ой-ой. В другой раз так легко не отделаетесь, обещаю вам. Что? Нет, он на свой же крючок попался. Нет! Пропажа. Котята, в благодарность за спасение жители города прислали подарочки. Ого! Фургон мороженого! Развозка напитков, везет же! Автодискотека! Всю жизнь мечтала такой! Мобильная пекарня! С ней не будешь знать голода! А что мне? Держи, Вася! Что за детская бибика? Машинки управляются голосовыми командами! Ой, бедный котеночек! Вот ведь неудача! Зато мне везение! Украду машинки, подарю их ему! Друзья решат, что это его рук дело, и выгонят из школы котов! Дон, ко мне! Я научу тебя угонять машины прямо из-под носа владельцев! Я тебе! А ну-ка давай! Супер-диско! Сделай-ка мне шарик пломбира! А мне ванильный коктейль, пожалуйста! А мне сахарного печенья! Ну вот, от моей вообще никакой пользы. Она и есть и толком не умеет. Что за пиратомобиль? Стой! Куда ты? Это в нашу честь круто! Где машинки? И где Вася? Тихо ты! Моя машинка, Арнольд! Отдавай! У меня таких машинок целый гараж! Переводись в академию, и они все будут твоими. Как-нибудь обойдусь! Ну и зря. Ладно, бери в подарок. Но никому не показывай, не то останешься без друзей. А вдруг это Вася взял машинки и с ними где-нибудь играет? Тогда все встает на места! Не может этого быть! Супервидение! Пока все по плану, все как я задумал. Подбрось-ка ему лик против Васи. Ага, здесь был Вася. Его следы и крошки печенья. Это все он говорила вам. Вася никогда в жизни крошек бы не оставил. В коллективе все держится на доверии. Нет доверия, нет команды. Смотрите. Это упражнение учит доверять. Так, ну-ка покажите, как у вас с доверием. Вася, ты будешь подхватывать, а не я падать. Нет, ты доверяешь Васе. У нас что-то странное на камерах слежения. Вам надо посмотреть. Что? Что? Все-таки это ты их взял, Вася! Что? Неправда, это не я! Как ты мог у нас их стащить? Какой ты друг после этого? Прав был Арнольд. А вы точно уверены, что это Вася? Надо убедиться. О, посмотрим записи с камер. Та-да-та-да! Ага! Все валит на тебя! Да, даже Соня! Да, наверное, обидно. О, но тебе рады в академии! И здесь всегда все по справедливости. Говорила же, Вася не виноват! Это Арнольд! Ну вот, надо прощения просить! Но где Вася? Надо скорее выручать, а то его превратят во врага.
слишком далеко уехал. Не догоним. Догоним. У нас же есть машинки и роботы. Включить сирену! Огонь! Огонь печенья! Коктейлем пли! Как-то быстро вы во врагов превратились. Даже Соня и та против меня. Вот-вот, Вася, они тебя предали, а я не предам. Супер размер! Магнетизм! Вася, ты прости нас. Мы видели запись. Ты не виноват. Я все же не прав. Вы же мои друзья. Вместе мы суперсила! Секретный суперпомощник. Эй, это моя мишень. А это мой диск. А давайте сразу во все играть. Веселей будет. Не получится все сразу. Это невозможно. Вообще-то возможно. Но надо знать один секрет. Да ну, какие еще секреты? Лично я, суперзлодей Арнольд, делаю кучу дел сразу. Могу, скажем, запускать фейерверки, варить суп и играть в мяч одновременно. Похоже, мне ее секрет нужен. Главный секрет супермногозадачности в том, чтобы делать все по очереди. Соня, будет нечестно останавливать время. Так, парус, стены, а где крыша? Готово? Ой. Я бы успела, но не следила за временем. О, Соня, ты, видно, еще далека от разгадки секрета. Понеслось. Волшебное зеркальце поможет мне выведать их секретик. Сейчас проверим, как вы освоили навык супермногозадачности. Что же за секрет-то? О! Привет! Я твой суперпомощник! Нужна помощь! Суперпомощник? Как раз вовремя! Помоги мне узнать секрет! Я мастер узнавать секреты! Слушай меня, и мы захватим весь мир! В смысле, мы выясним все, что тебе нужно! Вот вам задача – пройти и не оступиться. А всякую сложную задачу можно разбить на несколько простых. Здесь для начала надо сосредоточиться. Далее... Авария. Сломался морозильник. Требуется срочный ремонт. В общем, главное – не отвлекаться. Всего-то? Проще простого. У ниндзя уши видят не хуже глаз. Эй, что мне делать? Ты что, проиграть хочешь? На бревно смотри. Что бы я делала без тебя, помощник? Как у тебя получилось? Не знаю, как-то само собой. Команда, у вас пропали учителя. Оба сразу. Пора переодеваться в суперкостюмы. Ха!
супервидение. Грейс и Леон внутри льдины. Как скользко. Так, ну все. А ну-ка, сила звука. Помощник, скажи, как учителей освободить? Дальнейшие консультации исключительно для злодеев. Переводитесь в мою академию. Арнольд, нет уж, не выйдет. Не надо от тебя никаких советов. Я поняла. У нас с вами три задачи. Добраться до льдины, сломать ее и освободить учителей. Вася, расти. Суперрост! Вперед! Ния, подтащи нас! Сила магнита! Молодцы, котята! Вы прошли наш тест! Это был тест? Да, причем вы сдали его с блеском. Это все Соня. Она придумала решение. Я просто поняла секрет. Чтобы сделать все сразу, нужно все делать по очереди. Научил на свою голову. Она сорвала все планы. И я не узнал их секрет. Все, конец. Троянский лис. Какие качества нужны супергерою? Скорость! Сила! Верно, но этого мало. Сегодня мы с вами поговорим о таком важном качестве, как... Опоздал. Малость. Доброе утро. Простите, пожалуйста, что опоздал. Как раз об этом я и веду разговор. Воспитанность – крайне важное качество супергероя. Налево. Так, все, стоп. Я же сказал стоп. Ну ничего. Скоро я буду командовать целым отрядом суперкотят. У меня созрел новый злодейский план. Вот что у меня есть. Одна капля, и они послушно исполняют мои приказы. Валерьян, эта самоходная тележка будет доставлять твою чудную выпечку клиентам. Утроишь свою прибыль. Может, утрою, а может и нет. А ты ее испытай. Испеки большой торт и в качестве рекламной акции отправь, ну, скажем, в школу супергероев. И не беспокойся, я все оплачиваю. Вот тебе специальная добавка со вкусом ванили. Котята обожают. Зачем хорошие манеры супергероям? Действительно! Добрый день! Разрешите присесть к вам за стол! Котята, чрезвычайная ситуация. Валерьян отправил нам торт на самоходной платформе. Похоже, она сломалась по дороге. Так что торт придется разыскать. Суперкостюмы! Нашел! Эй, вон он где! Так быстро? Что? Мы выполнили супергеройское задание, так что это наша награда. Нас учили хорошим манерам. Только что был урок. Как можно есть торт в лесу немытыми лапами? Очень стыдно, зато вкусно. На, угощайся. Как вкусно-то!
Сейчас вы станете послушны, как роботы. Ням-ням! Смирно! Слушай мою команду! А где еще один? А, ладно. Слушай мою команду направо! Шагом марш! Один-два! 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 Ничего себе! Нет времени звать Леона! Буду действовать сам! Супервидение! Один-два! 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 Это же подавитель воли! Ох, хитрый Арнольд! Вот кто нам торт на самом деле послал! Котята! Налево! На месте! Али! Вася! Не слушайте его! Слушай мою команду! Суперзлодейскую академию шагом марш! Что он заладил? Слушай мою команду! Слушай мою команду! Ясно! Слушай мою команду! Мои солдаты слушают того командира, которого видят! Я непобедим! Слушай мою команду! Тащи сюда его кресло! Тянуть носок! Сила магнита! Так, так, сейчас! Слушай мою команду! Вот и пятый! Ура Арнольду! Мур-мяу! Мур-мяу! Слушай мою команду! Прекратите исполнять команды! Время, стой! Время, иди! Я так не играю! Нравится? Ой. Теперь я понимаю, как важно быть воспитанным. Спасибо, Бао. Слушай мою команду в суперзлодейскую академию. Шагом марш! Нет! Магия кино! Супервнимательность имеет особую важность. Даже в самой напряженной обстановке вы должны быть сосредоточены и замечать мельчайшие детали. Кто заметил что-нибудь необычное? Я! Домиков цвет менялся! Дважды! Лично я ничего не заметил. Можно я? Так, тихо, спокойно, не все сразу. Ну-ка, давай ты, Вася. Что ты заметил? Ну, вроде все так и было. Стрелки! Они повернулись! Направо! Вася, ты даже не стараешься. Это всего лишь упражнение. А я берегу силы для настоящей супергеройской работы. А этот кубок я получил в номинации «Самая коварная пакость». Я сделал квадратными колеса всех великов. Умора! Перед кем я тут распинаюсь? Перед этим роботом? Слушатели нужны живые, чтобы восхищались моими проделками и аплодировали. Но только где же их, спрашивается, взять? О, я знаю, в кинотеатре! Вот так, Вася, видишь? Если бы был внимательнее, ты бы не ушибся. Ладно, буду держать ушки на макушке. С этой минуты от меня не ускользнет ни одна деталь. Так, все молодцы. Заслужили поход в кино. Слушайте, если мы идем на фильм про супергероев, надо надеть суперкостюмы. Мур-мур! Ура! Вау!
Догоняй, Соня! Подождите! Пока не вижу ничего необычного. Ага! А вот это подозрительно! Освальд оставил дверь настежь, а ведь он сквозняков боится. Угощайтесь, котята, я сам делал. Освальд, кажется, ты положил не всем поровну. Я по невнимательности. Кресла были другого цвета. Успокойся, мы в кино, а не на супергеройском задании. Вы заметили? Хватит, Вася, сядь и дай нам посмотреть фильм спокойно. О, котятки! Лучше зрителей не пожелаешь. Раз уж пришли, позвольте вам кое-что показать. Любуйтесь, скромная коллекция заслуженных наград за мои непревзойденные пакости. Знаю я ваши фокусы. Буду мал, да удал. Простите, а как мы вам будем хлопать? Хитренькие. После похлопаете. Так, на чем я остановился? А, смотри, включаю суперзрение. Ах, да, а вот этот приз я получил в категории «Самое ароматное зверство». В тот день я превратил все взбитые сливки в просроченный майонез. А насколько он был просроченный? На 8 месяцев. Вы только представьте запах. А этот кубок мне дали за суперзлодейство века. Ха-ха. Это когда я превратил ножки всех стульев в макароны. А кубок тоже из макарон, Арнольд. Не говори глупости. Он сделан из великолепной стали. Готовься. Сила магнита! Неплохая попытка, только мой пультик не из металла. Как неразумно. Думали, вам удастся перехитрить меня, величайшего суперзлодея столетия? Эй, суперзлодей! Это случайно не ваш пульт? Ах так, ты шутить со мной вздумал, котенок переросток. Ой, я чуть не забыл. Прошу. Подожди, только не фильм про супергероев. Нет. Вот если бы не Васина супервнимательность, вряд ли бы освободились. Что ты, это наша общая заслуга. Как всегда, вместе мы суперсила.